является доктором. И как Кеш уже в предыдущем выступлении сказал, когда-то у него было более 20 клиник, и он знает, что такое исцелять людей, лечить людей, помогать людям с очень большим опытом. Пожалуйста, Кеш, расскажи, чем ты видишь преимущества и плюсы концепции здоровья и Зензина? Спасибо, Ивар. Я сразу же переключаю экран тогда. Так. Оп. Да, очень, очень приятно, что нас столько много, и мы интересуемся здоровьем. Я еще немножко про себя. Я сейчас занимаюсь профилактической медициной, и я делаю это практически. Я не теоретик, я не тот человек, который просто почитал что-то где-то и сейчас вам расскажет. Я практически это делаю уже 9 лет в Соединенных Штатах, в Европейском Союзе, в Азии, в Австралии. И я консультирую людей, клиентов по всяким вопросам профилактической медицины и даже иногда по лечению. И все случаи, которые самые такие, ну, сложные, они попадают ко мне из очень большой организации и из многих стран, так как у меня докторское образование, и я могу помочь, если какой-то случай не поддается стандартным профилактическим мерам. И я в Зензино амбассадор. Начну с того, что мы как общество, да, как люди, как все люди на Земле, кажется, что мы знаем все больше и больше. Больше ученых, больше докторов. Вообще-то докторов больше, чем когда-либо было на этой Земле. И лекарств больше, чем когда-либо было. И как будто знаний больше, чем когда-либо было. Но почему же со здоровьем у нас такие большие проблемы, и этих проблем все больше и больше? Почему же это так? Вот это самый главный вопрос сегодняшней лекции. И этот вопрос важен не только вам, но и мне самому. Я каждый день хочу на этот вопрос ответить лучше и практически. Мне не нравится на это отвечать только теоретически, а потом, знаете, с теоретиками иногда бывает так, что они дают совет, но этот совет как-то не работает. Либо вы не совсем так делаете что-то, либо этот совет вообще на самом деле не работает. Но теоретику иногда вот так получается. Но в практике мы всегда контролируем результат, этот фидбэк называемый, получаем из своих клиентов и из пациентов, и мы смотрим, что же мы еще не доделали, что еще надо сделать, чтобы на самом деле получилось. И вот это я уже делаю 9 лет в многих странах с тысячами людей. Потому и делюсь с вами своим опытом и своими знаниями, практическими знаниями, что же не так с нами, как обществом, как цивилизацией в сегодняшний день. И как же это исправить? Во-первых, список того, что мы делаем неправильно, он длинный. И некоторые вещи вы уже знаете. Я вообще-то прошу прощения, что слайды будут на английском, но я обещаю
может, в следующий раз или, может, еще позже я эти слайды переведу и на русский, так как мы сегодня говорим на русском языке. Это мой третий язык, я на английском говорю немножко лучше, чем на русском, но я надеюсь, что все возможно понять, что я буду говорить. Во-первых, список — это еще не все. Если у вас есть список, что надо сделать, но вы не знаете, что на первом месте, что на пятом, что на десятом, что на пятидесятом, да, вы можете сделать большие ошибки, потому что вы можете заняться исправлением пункта номер 10, а если пункт номер 10 не так уж важен, как пункт номер 1, значит, у вас будет немножко только результата, и вы можете разочароваться. Значит, приоритизация очень важна в этом списке. И самое главное — найти все причины, почему же мы у нас такие большие проблемы со здоровьем. И я могу только порадоваться, что процесс, который вот много из этих пунктов, они влияют на один процесс. И в этом вот ну, такая маленькая радость, но все-таки легче, когда только один процесс мы должны чинить, а не 10 процессов. Значит, процесс один, а пунктов много. Вот этот процесс у нас всех в это время у нас всех повышенная воспалительность тела. И это уже факт. Это не теория, это не гипотез, это факт. У нас это выражается очень многими путями. Может, через кожу, если у вас слишком большая воспалительность, кожи, вы можете у некоторых проблемы с кожей, да, и сыпь есть, и еще, может быть, экзема и так далее. Если у вас слишком большая воспалительность в сосудах, это может закончиться сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если у вас слишком большая воспалительность в суставах, это тоже повредит суставы. Если и так далее. Я могу сейчас пройти через все органы и системы, но, наверное, вы уже поняли, что любой орган и система будет повреждена, если воспаление будет слишком большое. Как же понять, что такое воспаление? Воспаление — это если в нормальных количествах, ну, столько, сколько должно быть воспаления, это очень важный процесс, и он очень нужен, он нужен в теле. Почему? Потому что воспаление — это процесс, который уничтожает врага. А кто такой враг? Это вирус, это микробы, это другие микроорганизмы и так далее. Или воспаление восстанавливает, когда есть травма, например, медицински это называется асептическая травма. Когда вы вывих получили или что-то в таком внутреннее повреждение без внешнего повреждения. Вот это называется асептическая травма. В этих травмах повреждаются клетки, и эти клетки надо удалить. Вот это воспаление удаляет вот эти клетки, которые уже не смогут восстановиться. Вот этот процесс — это очень важный процесс. Но если этот процесс выходит из-под контроля, и он на очень высоком уровне, ну, я бы, может быть, привел бы пример такой. Представим себе, что воспаление — это как вот оружие, да, либо, ну, представим себе бомбежка, вот такая бомба, да. И если эта бомбежка маленькая и попадает в цель, куда надо, ну, тогда только цель уничтожена.
Но если эта бомбежка становится очень большой и попадает повсюду, тогда она повреждает даже и те клетки, которые нам нужны. Вот, и это очень-очень опасная ситуация при некоторых вирусах, и вот в эти времена мы сейчас в карантине коронавируса, вы можете почитать, что самые главные повреждения в теле от коронавируса, они не от вируса, а от слишком сильно работающей иммунной системы. Там есть буря цитокинов и так далее. Вот, значит, повышенная воспалительность очень много наделает того, что мы не хотим в теле. И это одна из самых важных причин, почему у нас столько много всяких проблем со здоровьем на сегодняшний день в 20-м, 21-й сейчас веке. И я как работаю в практической профилактной медицине, мне очень важно вот этот список и что атаковать самым первым, что снимет самое большое количество слишком большого воспаления в теле. И через много лет ушло на то, чтобы это понять, но сейчас мы уже знаем на 100%, что это омега-6 и омега-3 баланс и полифенолы. Омега-6 повышает воспаление в теле, омега-3 снижает воспаление в теле, и полифенолы тоже снижают воспаление в теле. По данным, по тестам, мы съедаем намного раз больше омега-6, чем надо. И это случилось недавно, это только в некоторых странах 30-50 лет, в других странах 100 лет уже, но это недавно, это не тысячи лет, не несколько сотен лет и не несколько десятков тысяч лет. А генетика не приспособлена, наша генетика, человеческая генетика не приспособлена к такому омега-6, омега-3 балансу, в котором сейчас люди живут. Наша генетика показывает совсем другой баланс, чем мы сейчас есть. И полифенолов надо намного больше. Вот про это. И это мы должны понять. Это не терапевтической медицины вопрос. Это не докторский вопрос. Доктора в терапевтической медицине, они выписывают лекарства и операции. Это терапевтическая медицина. То, про что я здесь говорю, про повышенное воспаление, это профилактическая медицина. И этой профилактической медициной занимается очень мало кто. Вот и есть такая ситуация у нас. Еще хочу немножко ваши знания углубить на то, что такое омега-6, а что такое омега-3, и как же мы будем решать вот эту проблему, и как будем измерять, сколько у кого чего есть, и почему это так важно, еще тоже я должен немножко углубить. Омега-6 и омега-3 – это ваш строительный материал тела, это каждая ваша клетка, каждая клетка в вашем теле. Значит, все функции вашего тела, они исходят из клеток. Клетки делают все, что ваше тело делает. И клетки везде, в любой точке, если взять ваши ткани, там мы найдем клетки. Значит, мы построены из клеток, а клетки один из самых главных материалов, это омега-6 и омега-3. Значит, плохой баланс омега-6 и омега-3 повлияет на все тело, на все, везде, 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 где есть тело, там и повлияет плохой баланс. Так что нету такого органа или системы, которые бы остались бы в норме, если омега-6, омега-3 баланс ухудшился. Вот.
И как же так случилось, что у нас вот этот баланс ухудшился? Омега-6 очень удобно, удобное то, что мы ем, пища, да, очень удобная пища. Почему? Потому что все, в чем много омега-6, и если там нету омега-3, все почти не портится или портится очень медленно. Ну вот, например, представьте себе растительные жиры. Это как подсолнечное масло или другое масло растительное. Оно даже не должно быть в холодильнике. Оно может быть в комнатной температуре и не будет портиться на очень продолжительное время. Значит, это очень удобный продукт и употреблять, и продавать, и больше его даже и выращивать, потому что, например, подсолнечное масло или рапсовое масло, да, это очень дешевый продукт, очень легко выращивается, никаких каких-то там условий специальных не надо, и кукуруза, соя и зерно тоже это продукты, в которых очень много омега-6 и омега-3 нет. Особенно EPA и DHA, которого нам не хватает. Значит, вот из зерна делается мука. А мука быстро портится или медленно? Медленно. Вот по сравнению с рыбой, мука, из которой делается пицца, или хлеб, или хамбургер, да, там есть тоже вот это хлеб. Вот все это много омега-6. Пельмени и макароны и так далее. Вот все эти продукты, которых наша цивилизация начала употреблять очень много, это продукты омега-6. Они не портятся быстро и удобно их продавать и удобно употреблять. Вот поэтому у нас в клетках омега-6 повысилась от 5 до 20 раз больше, чем норма. И этого почти невозможно избежать, потому что почти все продукты, которые вы покупаете в магазине, в них уже слишком много омега-6. Так что если у вас есть собственное сельское хозяйство, может быть, вы еще можете как-нибудь этот баланс, может, у вас будет немножко лучше, но если вы покупаете свою пищу, свою еду в магазине, так как я, или в ресторанах, тогда избежать слишком много омега-6 у вас не получится. И это показывает кровяные тесты. Омега-3 – это то, что нам не хватает. Того нету ни в орехах, ни в других продуктах, которые выращиваются на суше. То, чего нам на самом деле не хватает из омега-3, так как омега-3 – это не одно вещество, не одна формула, а четыре разных. Те три, которые самые главные и которых нам не хватает, они приходят только из воды, из продуктов, которые выросли в воде. И даже рыба, она не изготавливает омега-3. Омега-3 изготавливает как же это слово на русском, кто мне напомнит? Я знаю, что на английском это алги. Водоросли. Водоросли, да. Водоросли, спасибо, Юргис. Да. Водоросли, они изготавливают омега-3, которые нам нужны. А рыба только и лучший источник, потому что рыба ест много водорослей. Если она ест водоросли, потому что вот эта красная красивая рыба на фото, на экране у вас, это лосось, которая ела не водоросли, она ела комбикорм, она ела
вот то, что сделано из омега-6, а не из омега-3. Потому что вот эта лосось, она выращивается в ферме. Значит, в этой лососе тоже слишком мало омега-3 и слишком много омега-6. Так что с этой лососью у вас не получится намного улучшить омега-6, омега-3 баланс. Вот. Но из рыбы, если это рыба, которая ела водоросли, она свободно росла, можно получить омега-3. Только проблема вторая. Если вы живете в городе, эта рыба транспортируется издалека, и пока она транспортируется, омега-3 портится очень-очень быстро. И вот дети, они не очень-то любят есть рыбу. Почему? Потому что она уже, у нее уже есть запах, когда она привозится в город, когда мы ее покупаем, приносим домой, и уже мы ее готовим, у нее уже есть запах испорченного омега-3. Вот это, этот рыбий запах, это испорченный омега-3. И если вот у ребенка еще... он еще чувствует запах лучше, он не хочет это есть. И правильно делает, потому что очень часто рыба не такого качества, какого должно быть, чтобы ее есть. Вот. И еще есть загрязнение в рыбах тяжелыми металлами. Так что с рыбой много проблем. И из рыбы получить столько омега-3, сколько вам нужно, почти уже невозможно. Значит, вот такая проблема. Еще одна проблема – это с полифенолами. Тут есть маленькими цифрами, маленькими буквами написано, что в нашей пище недостаточно полифенолов. Что это такое полифенолы? Полифенолы – это антиоксидант. Почему я говорю вот сейчас, почему в этом слайде есть полифенолы? Потому что омега-3 можно сохранить и привезти в город, если этот омега-3 перемешать с антиоксидантом. Потому что то, что случается с омега-3, вот этот процесс, когда омега-3 портится, оно портится, потому что оксидируется. Значит, антиоксидант – это такое вещество, которое предотвращает этот процесс. Значит, если антиоксидант хороший, сильный и растворимый в жирах, он может охранять омега-3, и его можно даже городскому жителю получить. Теперь есть только вопрос, какой надо антиоксидант и какой в природе антиоксидант с омега-3 связан. Вот в природе полифенолы – это тот антиоксидант, который в природе всегда идет вместе с омега-3. Значит, если вы получаете откуда-то рыбу, которая росла в свободе, вы получаете не только омега-3, но вы получаете омега-3 с полифенолами. И это очень-очень важно, потому что полифенолы предотвращают этот процесс оксидации не только снаружи вашего тела, но и внутри вашего тела. А вот это самое главное в этой теме, в теме возвращения омега-3 в норму в теле. Потому что если антиоксидант слишком сильный, и он охраняет омега-3 снаружи вашего тела, в бутылочке, в капсуле, но не охраняет или недостаточно охраняет омега-3 в вашем теле, тогда получается, что вы, если такой продукт пользуетесь, добавку какую-то омега-3, которая портится у вас внутри, тогда как будто вы едите испорченную рыбу. И никто из нас не хотел бы этого делать. Значит, полифенолы — это очень-очень важная составная. Потому я на этом слайде
и пишу 1 плюс 2. Значит, не только омега-3 надо получить. Омега-3 только с полифенолами тесты показали, что выдерживается в теле столько, сколько надо, чтобы омега-3 дошло до клеток. И полифенолы второе, это как антикоррозный слой вашим клеткам, потому что омега-3 будет портиться не только по пути от того, как вы съедаете это омега-3 до клеток, но и в самой клетке. Если полифенолов в вашем теле не хватает, тогда ваш омега-3 портится внутри тела, в ваших клетках. Вот потому полифенолы очень-очень важная составная нашего питания. Но по данным ученых, по тестам, видно, что полифенолы у нас есть только 1/10, только 10% в теле современного человека в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, в Латвии, в Украине и так далее, есть только 10% полифенолов. Значит, мы очень плохо антикоррозно охраняемся. Значит, у нас и как же это выявится? Это выявится очень большой воспалительностью, потому что когда портится омега-3, это омега-3 тело должно удалить, это как для иммунной системы, это получается как враг, значит, это как яд, и этот яд надо удалять. Какой процесс это делает? Воспаление. Значит, чем меньше полифенолов, тем больше воспаления. Чем меньше омега-3, тем больше воспаления. Чем, если вы омега-3 употребляете без полифенолов, будет еще больше воспаления, потому что этот омега-3 будет портиться у вас в желудке, в кишечнике и в крови, и в печени и так далее. Значит, первое плюс второе – это омега-3 плюс полифенолы. Очень важная информация. Значит, как же нам узнать? Вот тут написано DBS. Что же это такое DBS? Это dry blood sample, dry blood spot. Это сухая капля крови. Из этой сухой капли крови она может быть транспортирована до лаборатории. Времени есть 3 месяца. Даже через 2 месяца, через 2,5 месяца тест будет с очень маленькой погрешностью. Вот такая новая технология. Очень важная еще деталь. Тест должен быть сделан из эритроцитов, из клеток. Тест может быть сделан из других клеток, не только из эритроцитов. Но тогда нам нужно было бы взять биопсию. А никто из нас не хочет дать биопсии. Например, я могу пошутить, что если биопсия мозга, я бы не хотел этого. Но отдать каплю крови я могу даже каждый день, и ничего не случится. Значит, из капли крови можно взять, это как жидкая биопсия, да, нашего тела, наших клеток, потому что в крови есть клетки. Вот и для этого теста используются эритроциты, это красные клетки крови. И этот тест измеряется 11 жирных кислот. Это составной строительный материал клеток. И эти 11 жирных кислот, это 4 омега-6, 4 омега-3, и еще другие там, насыщенные жиры и так далее. Без этого теста вы никак не можете четко узнать, сколько у вас в клетках омега-6, сколько у вас в клетках омега-3, и вы просто будете гадать. Это непрофессионально. Значит, первое, что надо сделать, этот тест отсылается в независимую лабораторию в Норвегии. Она называется vitas.no. Можно посмотреть в их страничке. Вот, делается тест. Когда мы делаем тест, мы
Так, секундочку, почему-то я не могу переключить слайд. Сейчас попробуем еще раз. Прошу прощения, но вижу, что уже начало работать. Немножко слишком много задач для моего компьютера. Окей. Вот так выглядит отчет теста. Это мой тест. 2012 год. Первый тест в Прибалтике, который был сделан. Я был первый человек. И у меня показывает, что омега-3 EPA DHA было 4,4%. От 100%, если подсчитывать, я бы сказал, что 10% норма, меньше чем 8 уже недостаток. Значит, 4,4 это 44% от 100% нормы. Значит, меньше чем половина. Вот столько омега-3 у меня было. А омега-6 у меня было слишком много. Так что баланс омега-6 и омега-3 генетически один к одному должно быть. Еще нету повреждения тела, если у нас 3 к 1, но если больше, чем 3 к 1, уже наша воспалительность поднимается. У меня было 11 к 1. Значит, у меня не только, только половина омега-3, но и слишком много омега-6. Да? Вот что показывал мой тест. Еще интересная деталь. Я употреблял омега-3 добавки, так как я знал, что это обязательно надо. Значит, те добавки, это были дорогие добавки, и они мне не помогли возвратиться к норме. Почему? Потому что стандартные омега-3 добавки, они с антиоксидантом, витамином Е. Это токоферолы, токотриенолы и так далее, которые не охраняют достаточно омега-3 в теле. Вот, надо полифенолы. Вот и я ел такие добавки, стандартные, и у меня вот такой результат. А вот это результат моего брата в Америке. У него было только 13% омега-3, потому что в Америке еще труднее получить хорошие рыбы или продуктов из воды, которые качественные. Он живет в середине Америки, там не доходит хорошая рыба и продукты, морепродукты, да. Вот, а омега-6 у него было очень-очень много, у него баланс был 31 к 1. Это ужас, это просто ужас. У него было очень много проблем воспалительных. Вот такая ситуация, и я кушал все, что я думал, что здоровая пища, и мой брат старался, но вот у нас такие результаты. И если я сравню с другими результатами в Европе и в Соединенных Штатах, очень плохие тесты. Все красный цвет это плохой знак. Да? Может быть, и вы тоже в зоне небезопасны. Если у вас баланс выше, чем 3 к 1, вы в небезопасной зоне. Вы как будто, вот у нас есть такое сравнение, вот этот слайд это показывает, что если есть айсберг, как на русском, наверное, не знаю, как называется на русском айсберг, да? Но если вы капитан корабля, и вы не видите айсберга, вы в большой опасности. И как вот Титаник утонул, потому что они не увидели айсберга. Вот если человек не делает себе тест омега-6, омега-3 и не помогает своим близким этот тест сделать, он подвергает себя и своих близких большой опасности. Потому что если эта цифра омега-6, омега-3 баланс выше, чем 3 к 1, а вероятность очень-очень большая, 95-99%, что так и есть, тогда
вы, ваше тело в повышенной воспалительности, и ваши органы и системы не рады этому. И это будет последствия, 100% будет. Никто не... Это невозможно как-то другими способами компенсировать. Если этот баланс плохой, значит, будет повреждение тела. Вот такая ситуация. И если вы думаете, что вам нужно этот тест делать, надо просить у кого-то, кто работает в Zenzino компании, потому что Zenzino — это только дистрибутор этих тестов. Тесты делаются в независимой лаборатории. Так, насчет омега-3 добавок. Я уже вам рассказал, что если они с витамином Е, токоферолами, и там есть другие всякие антиоксиданты, астаксантины и так далее, это не самый лучший вариант, потому что это портится внутри тела. Вот табличка, которая очень хорошо показывает, как отличается Zenzino Balance продукт от других продуктов омега-3. Антиоксидант в других продуктах витамин Е, и доза очень-очень маленькая. Такой дозы даже хорошо охраненного омега-3 не хватит. Вот это почти все добавки, которые вы можете найти в рынке, в аптеках, в магазинах. А вот баланс-продукт – это хорошее решение. Оно подтвердилось. Почему? Потому что антиоксидант – это полифенолы. И когда с полифенолами перемешан омега-3, омега-3 не портится вообще в теле. Это уже измерено и в кишечнике, и в желудке, и в крови. Вот. И тогда дозу можно повышать до того, пока тест у вас будет без зеленый, пока у вас омега-3, омега-6, омега-3 баланс будет в норме, и омега-3 будет в норме. Вот, и я употребляю 4000 миллиграммов в день EPA DHA, это омега-3 составные, активные составные. И я получаю столько, сколько надо полифенолов для моего антикоррозного слоя клеток. Да? Значит, вот в этом продукте 1 плюс 2 и решены очень много больших проблем в теле. Вот это так выглядит хороший уже тест, весь зеленый. 10,5%, значит 105% омега-3 уже, слишком много. Но мне лучше слишком много, чем слишком мало. И 1,4 к 1, значит 1,5 к 1, почти генетическая норма. Это очень-очень хорошие показатели. И вот такие показатели с смесью омега-3 с полифенолами и большая доза, у нас получаются зеленые хорошие тесты. Вот такое решение. И очень важно понять, что все, что хорошего говорится про омега-3, все хорошего, что вы можете найти, все эти эффекты получаются только тогда, когда в клетках омега-3 недостатка нету. Значит, если вы употребляете какой-то продукт, вы не можете надеяться, что у вас все вот эти эффекты получатся, если этот продукт с плохим антиоксидантом и маленькая доза. Вы только тестом, кровяным тестом можете измерить, у вас уже в норме или не в норме еще омега-3 в клетках. И мы то же самое делаем, когда употребляем Balance Oil из Zenzino. Мы повторный тест делаем через 4-5 месяцев, и если тест еще показывает недостаток, мы повышаем дозу. Так что мы доходим до 100% результата, а вот тогда мы можем уже надеяться на все эти эффекты. Так что все, что вы можете прочитать про омега-3, будет срабатывать только тогда, когда у вас недостатка не будет. И это вы можете измерить тест. Balance Oil AquaX, то, что я рекомендую, потому что в этой смеси есть еще третья очень важная составная. Там есть и омега-3, и полифенолы, и еще аквацель. Аквацель – это патентированное
ингредиент патентированный, который помогает усваивать. И это важно от 15 до 20% всех людей. И особенно, мне очень это интересно, но мне кажется так, из всех данных, которые у меня есть, что в Прибалтике у людей, больше людей с плохим усваиванием, чем в других странах, в которых я работал. Так что AquaX — это очень-очень важно. Я когда начинаю с человеком работать, я всегда даю только AquaX. Если уже проверено, что Balance Oil работает на этого человека, тогда может он употреблять и Balance Oil. Я сам употребляю уже Balance Oil, потому что мне тесты показали, что и Balance Oil AquaX, и Balance Oil срабатывает. Тогда Balance Oil дешевле. Но если человек только начинает, у нас еще нету теста, с которым измерить, у вас хорошее усваивание или нет. Вот AquaX, это решение. Да? Сейчас мы прошли первый и второй пункт. Это омега-3 плюс полифенол. Теперь переходим на третий пункт. Это prebiotic fiber, это prebiotic клетчатка. Да? Почему она нужна? В нашем кишечнике есть всяких микробов. Там есть так называемый микробиом. И есть хорошие микробы, которые не повреждают наши клетки, и они даже помогают переваривать пищу и так далее. У них есть свои функции. Но если у этих микробов хороших недостаток пищи, то что ихняя пища, тогда они умирают и у нас начинают размножаться слишком много патогенных плохих микробов. Что тогда случается? Эти патогенные микробы, они любят наши клетки. И они из-за этого повышается воспалительность в толстой кишке. И тогда начинается плохое переваривание, вздутый живот и так далее, так далее. И это влияет не только на кишечник, не только на переваривание, на пищеварительный тракт, но и на все тело, на кожу, на все другие органы и системы, потому что эти компоненты воспалительные попадают в кровь и разнашиваются по всему телу. И нехорошо перевариваемая пища, тоже создаются токсины и не попадают все ингредиенты, которые мы должны получить из пищи. Значит, это очень плохо влияет на все тело, не только на кишечник. Чтобы это решить, надо 5 разных сортов клетчатки. Один сорт не поможет, 2 сорта не поможет. Почему? Потому что клетчатка, она ферментируется, и если только один сорт, это ферментируется в части, которой-то части толстого кишечника. Это зависит от длины молекулы. Значит, и очень короткие молекулы, вот желтый цвет, они уже сферментируются вот не знаю, как на русском эта часть ascending, да, не знаю точное слово, значит, в передней части, в первой части толстого кишечника, так скажу. Вот, а зеленый цвет — это уже подлиннее молекула клетчатки, которая ферментируется, и ее еще достаточно до конца второй части толстого кишечника и так далее. Значит, нужны 5 разных сортов. Вот и продукт, который был назван Xenobiotic, вот этот продукт, в нем есть все 5 сортов, и я употребляю вот этого продукта каждый день, чтобы мой кишечник, во-первых, чтобы там не было плохих микробов, во-вторых, чтобы переваривание было в норме. И в-третьих, что я даже и чувствую себя намного лучше. Мой желудок прилипает к позвоночнику утром. Вот это очень приятно.
кажется, как будто нету живота у меня. Вот такой эффект очень приятный. Сейчас уже обсудили первый, второй и третий пункт. Да? Четвертый пункт, который понижает воспалительность в нашем теле. Это много-много разных ингредиентов, микроингредиентов и антиоксидантов. И про всех этих ингредиентов я бы мог разговаривать весь день, наверное, и все-таки не объяснил всего, что надо. Так что я буду упрощенно это говорить. Я бы скажу так. Если этих ингредиентов не хватает у вас в теле, ваше тело не в норме, ваше построение всего тела не в норме. Вы как будто ну, без некоторых деталей. Вот если представить себя как спортивную машину, так спортивная машина с половиной всех деталей ну, не будет так хорошо ехать, как та, в которой есть все 100% деталей. Вот, и это влияет на все тело, на суставы, на кожу, на и так далее, так далее, так далее. На все органы, все системы и все клетки. Вот, и на иммунную систему тоже очень сильно это влияет. Вот есть продукт, который был сделан, чтобы это исправить. Это называется Extend. Extend – это продлить на русском языке. И я каждый день беру 4 капсулы Extend. И это 4 капсулы – это то же самое, все активные ингредиенты, как будто я бы съел 9 килограммов свежих овощей и фруктов. 9 килограммов. Представьте себе. Вот если из 9 килограммов очень хороших, свежих овощей и фруктов, вынять все, что там самое главное, что нужно для тела, получится 4 капсулы Extend. А все другое, там в овощах была клетчатка, и были витамины, микроэлементы уже мы выбрали, и был сахар, и была вода. Значит, вот это можно... Не так уж и трудно получить, немножко больше воды выпить. Клетчатку мы уже получаем из зенобиотика. А вот все другое, что нам нужно было, и сахар нам не надо из этих овощей и фруктов. А все другое, что там полезное, мы получаем из 4 капсул Extend. Вот такой продукт, который мне очень-очень нравится, и он помогает решить вот 4-й пункт. Да? И так как у нас лимитированное время, я на этом и остановлюсь, я просто вам объясню, что как же эти все продукты изготавливаются. И это совместные усилия многих компаний и многих ученых в мире. Ученых объединяет Zinzino Advisory Board, из Норвегии, из Оксфорда, из Соединенных Штатов, из Италии и из других многих стран ученые, которые работают в этой сфере, они объединены в Zinzino Advisory Board. И этот совет, его самая главная задача – это решить вот те проблемы повышенной воспалительности в нашем теле и возвратить в норму. Решения, они вырабатываются в Bioactive Foods, одна компания, которая израбатывает Balance Oil, Aqua X и так далее, Balance продукты. И еще Found Pharma – это большой завод, который вырабатывает Extend и Zinobiotic и другие многие продукты. А Zinzino – это только дистрибутор, это только система, через которую можно купить. Да? Это как магазин просто. Вот это совместные усилия. Ну и я немножко... пробегусь, пройдусь по
другим пунктам, которые снизят ваше воспалительность тела. Физическая нагрузка у большинства людей, она слишком маленькая, и ее нужно повысить. У некоторых у нас она слишком большая, у профессиональных спортсменов. Вот у тех людей, у которых слишком большая нагрузка, им еще важнее все, что я говорил перед вот этим слайдом. Полифенолы им очень-очень важны, потому что слишком большая физическая нагрузка повышает воспалительность очень-очень сильно. И некоторые органы и системы очень может быть повреждены. А у которых слишком маленькая физическая нагрузка, тоже это телу очень плохо, потому что кровоснабжение хуже и так далее. Я рекомендую два типа физической нагрузки. Либо ходить, либо бегать. Это очень дешевый способ, только кроссовки нужны и все. Да? И одежда. Очень-очень дешево это делать и очень мало времени занимает. Но если вы любите какой-нибудь другой спорт, хорошо было бы, чтобы было кардио. Пульс поднимался бы на 130 в минуту, и выдерживали вы бы этот пульс хотя бы полчаса и хотя бы делали это 2-3 раза в неделю. А вторая нагрузка, я рекомендую пилатес, потому что это балансирует все тело, лево-право, передние-задние мышцы, верхние-нижние и так далее, и все другие мышцы и суставы. Вот потому я это рекомендую. И мы, Зинзино, спонсор спортивных клубов многих в мире. Еще что повышает воспалительность? Слишком большой вес у человека портит очень много что в теле. И это либо человек решает сам, либо Зинзино может тоже помочь, потому что изготавливает коктейль, который очень мало калорий, а очень много всех строительных материалов клеток. Значит, всего, что телу нужно, тут есть. А то, чего не надо, это сахара, это лишних калорий, вот в этом коктейле и нет. И с этим коктейлем можно свой вес контролировать или терять вес. Можно по 2, по 4 килограмма даже в неделю или в месяц. Вот я рекомендую помедленнее это делать, на весы становиться каждое утро, и тогда медленно понижать свой вес, если у вас вес слишком большой. Viva – это очень интересный продукт из шафрана. В шафране есть несколько активных веществ, которые очень интересно действуют на центральную нервную систему человека. Нету никакого риска, человек не привыкает к этому, но действие очень хорошее, норма регулирующая. Значит, это не стимулирующий препарат и не подавляющий препарат, но нормально-регулирующий и не влияет на координацию. Значит, все можно делать, и умственную работу, и физическую работу, и спортсменам можно, всем можно употреблять это. А вот действие вот какое. Если у кого-то у вас, вы спите нехорошо, вы не высыпаетесь, вот это может помочь вам. Даже одна таблеточка вечером, и вы, может быть, выспитесь очень хорошо. Вот это надо попробовать. Или если у вас очень большой стресс в жизни, или раздражительность очень большая, значит, либо у вас эмоции слишком повышены, либо слишком понижены. Вот этот шафран может вам помочь вернуться ближе к норме. И это надо пробовать. Пока что нету риска ноль. Любой человек может попробовать. У нас не было никаких плохих реакций у людей с Вивой. Можно попробовать по одной, по две, по 10 таблеток. Передозировка, нужно съесть очень-очень много, там сотни, 500 этих таблеток,
чтобы была передозировка, и даже эта передозировка была бы просто запах шафрана от человека. Так что не очень такая страшная передозировка. Вот. А пробовать надо каждому человеку, который чувствует, что у него есть вот такой вызов со здоровьем, с нервной системой, либо из-за перенагрузки, либо из-за большого стресса, либо из-за чего-то. Да? Вот. И особенно сейчас, когда коронавирус, все дома, дети тоже дома весь день, у них слишком мало занятий, так что перенагрузка почти у всех сейчас родителей. Вот, попробуйте Vivo и посмотрите, что случится, может быть, вам это очень нужно. И есть продукты, которые улучшают состояние вашей кожи и возвращают вас в молодость, я могу и так сказать, потому что я использовал этот серум, и я чувствую, что все больше получаю комплиментов. Так что я точно рекомендую и вам это. Просто вот морщины у меня были такие глубокие, а сейчас они вот выглядят намного лучше, и мне нравится. Мы шутим так. Если уж мы понизим воспалительность во всем теле, будем употреблять и полифенол, и омега-3, и клетчатку, и Xtend, и все, что надо, будем делать, спортом заниматься, значит, будем жить очень-очень длинную жизнь. А тогда было бы приятно и выглядеть юными. Так что серум я очень рекомендую. И зубы обязательно надо решить, если у кого-нибудь есть проблема, воспалительность в периодонте, потому что это будет влиять все тело. Это не только неудобность такая с зубами или есть пищу, если с зубами что-то не так, но это влияет на все тело, на ваш мозг, на органы и системы, на перикарды, на сердце ваше. Так что это очень опасное состояние, если в периодонте есть слишком много воспаления. Так что это обязательно надо решать. И вообще-то многие люди уже почувствовали, что повышенное количество омега-3 в клетках и полифенолов, у некоторых только этого и хватило, чтобы решить проблему периодонта. Вот, так что тоже испробуйте Balance Oil Aqua X и посмотрите, что случится. Конечно же, если уже есть кариес, тогда надо это идти к доктору. Ну вот, и тогда, как я шучу, проверяем результат. И повтор, да, Balance Oil, Balance Omega-3 полифенол. Это важно любой клетке в вашем теле. Второе – это зенобиотик. Это то, что клетчатка, то, что важно в вашем кишечнике, но и всему вашему телу. Третье – это Xtend, да, это ваша конструкция и иммунная система. И вот часик прошел. Я надеюсь, что вам было очень интересно, что вы рады, что вы участвовали, и я надеюсь, что вы углубили свои знания и сейчас знаете больше про то, как остаться здоровыми, как остаться в норме и как избежать тех проблем со здоровьем, которые случаются многим, почти большинству современных людей, если вы посмотрите на статистику заболеваний и смертей, от чего вы увидите, что эта статистика очень-очень плохая, и она ухудшается, и прогноз плохой. И мы говорим только про тех людей, которые не будут поправлять то, про что мы только что говорили.
потому что у нас уже есть очень много людей, которые поправили все эти пункты, про которые мы говорим, говорили вот в этой лекции, и результаты очень-очень хорошие, даже это невозможно рассказать или передать, это вы должны увидеть своими глазами и прочувствовать на себе, увидеть на своих близких, увидеть на, может, на сотнях, а может и на тысячах людей, и тогда вы только будете таким же фаном Зиндзино, каким я есть. Спасибо вам большое. Не знаю, Иварс, есть ли у нас время на вопросы, но если есть, я могу ответить на несколько вопросов. Есть вопросы, да. Да, пожалуйста. Кеш, скажи, пожалуйста, у меня два вопроса. Один вопрос, меня как женщину интересует, конечно же, тоже тема антиэйджинг, и я слышала, что Зиндзино очень хорошо как бы рекомендует и справляется, и я даже слышала, что есть исследование, которое гласит о том, что с продуктами можно улучшить эластичность кожи даже более чем на 36%. Это скажи, правда. Пожалуйста, какие продукты ты бы рекомендовал и в каких вот дозах, чтобы и как быстро можно увидеть этот результат чисто на лицо? Я расскажу своим собственным опытом, но и опытом многих людей, тысячи людей, которых я видел и с которыми мы вот улучшили вот эти результаты. Да? Это три продукта. Это мы называем протокол здоровья, и которые очень важны. И четвертый продукт плюс. Да? Значит, первый — это Balance Oil, и в котором есть омега-3 полифенол. И доза вы должны себе довести до зеленого теста. Значит, через тест вы узнаете свою дозу на самом деле. Потому что иначе эту дозу невозможно узнать. У любого человека доза разная. Значит, первое — это Balance Oil, Aqua X. Я рекомендую, если вы сейчас начинаете. Второе — это Extend. Это витамины, микроэлементы, и антиоксиданты и так далее. Третье, что я рекомендую добавить к этому, это клетчатка. И четвертое — это серум. И даже без клетчатки уже кожа становится на 36% эластичней, но я рекомендую и клетчатку. Еще будет лучший результат. Вот протокол здоровья плюс серум. И ты спросила про дозы, про Balance Oil я уже рассказал дозу. Я рекомендую ориентационная доза, это 0,2 умножить на килограммы тела. Или иначе кому-то легче посчитывать так. Вот я 80 килограмм умножить на 2, 160, и тогда разделить на 10. Да? Это тоже можно так посчитывать. Значит, 160, да, 2 раза 80, и разделить на 10, это 16 миллилитров Balance Oil Aqua X. Но мой тест показал, что мне 16 миллилитров не хватает. И я сейчас употребляю 25 миллилитров. Значит, я употребляю свой вес умножить на 3 и разделить на 10. Mm-hmm. Или мой вес умножить на 0,3. Да? Это значит, получается, что мы практически не можем передозировать Balance Oil. Передозировать возможно, и это было бы опасно. Но мы еще не видели ни одного человека, который это сделал. И надо было бы употреблять 3, 4, 5 раз больше. И каждый день. И может быть слишком мало омега-6 употреблять. И есть опасность, если передозировка будет. Но через это не случится через 4-5 месяцев, значит, если вы делаете первый тест и второй тест делаете через 4-5 месяцев, это у вас не случится. Ну, разве только по бутылочке в день, ну тогда да. Ну да. Будете передозировать.
Ну да, ну двойную дозу тогда практически или 25% к своей... И двойную, и тройную. У меня есть партнеры, которые употребляют по тройную дозу, и нету передозировки. Особенно дети, у них физическая нагрузка побольше, они очень активные, и они сжигают часть вот этого омега-3 как калории. Так что, но самое лучшее мы вот что делаем. Мы даем первую вот эту ориентационную дозу 0.2, да? Да. И тогда через 4-5 месяцев мы перепроверяем вторым тестом. И если еще недостаток, чаще всего еще недостаток, тогда мы повышаем эту дозу, и тогда это безопасно. И потом делаем третий тест, тогда опять через 4-5 месяцев. И так мы доходим до всего зеленого хорошего теста. Вот такая дозировка. И клетчатку я рекомендую от двух этих скуп, да, такие там чашечки дозировки. 12 граммов. До 4, да. От 2 до 4. У меня есть клиенты, которые 4 эти чашки в день. 2 утром, 2 вечером. Есть, которые одну утром, одну вечером. Есть, я, например, употребляю 3 почти утром. Все утром. Мне так лучше. Это надо на себя перепробовать и посмотреть, как вам самый лучший, какой вам вариант. Вот. И третий — это Extend. Extend 4 капсулы для взрослого человека, около 80 килограмм. Если 70 там, или 60 килограмм, вы тоже можете 4 капсулы брать, не будет передозировки. Некоторые даже по 6 берут. Нет никакой проблемы в этом. Ну, а если уже вес очень маленький, там 50 килограмм, может быть и 3 хватает тогда в день. Или, может быть, если экономит кто-нибудь, так лучше меньше, чем вообще не употреблять. Может, и 2, тогда лучше, чем ничего. Да? Ну, если вы 2 капсулы берете в день экстенда, ну, это как 4, почти 4 килограмма, 4 килограмма овощей и фруктов. Ну, все равно лучше, чем ничего. Да? Ну вот, а серум? Серум на кожу мы наносим тонкий слой воды, и тогда серумом, очень мало этого серума надо, там активные составные попадают внутрь кожи, так что не надо слой большой. Чем меньше будет слой, тем лучше, особенно женщинам, им не нравится, когда вот этот слой сходит. Мужчины так не видят там. Можно и потолще, и потоньше, но вот женщины любят, когда вот все это... Всасывается. Всасывается, да, в кожу и не оставляет следы, да? Вот, так если вы водой вот покрываете и потом немножко берете и все размаживаете, это все равно даст вам эффект. Вот. Ну, хорошо, наверное, спасибо. Ответил. Да, спасибо большое. Здесь еще есть вопрос, сколько по времени нужно пить зенобиотик? Как долго? Весь год или 3 года? Или если, чтобы увидеть эффект, да, вообще-то это очень важный вопрос. С разными продуктами этот ответ разный. Если про зенобиотик, про клетчатку, да, через 5 дней уже будет эффект. Я бы не сказал, что уже 100% эффекта, но будет 80-90% эффекта уже вы увидите. Значит, попробовать зенобиотик – это каждый день брать хотя бы 5 дней и посмотреть, что случится. Да? Но иногда бывают случаи, когда надо больше, чтобы привыкнул кишечник. Иногда бывает, что из-за зенобиотика вздувает живот или всякие такие побочные эффекты. Надо лучше тогда брать утром, а не вечером, потому что вечером это будет очень неудобно. Но если утром вы будете брать, будет меньше этих эффектов. И
поиграть с дозой, уменьшить, и иногда даже больше надо дозы. Если с одной вот этой дозированной что-то сдувает там и так далее, с двумя вот этими дозированными ложками может все решиться, потому что, может быть, еще не хватило этой клетчатки, чтобы выпросить всех этих плохих микробов оттуда. Да? Если хорошие занимают все место, плохим нету места. Вот, значит, иногда слишком маленькая доза и будет побочный эффект. Так что с клетчаткой надо поиграть, и через 5-6 дней вы узнаете, какой эффект. Если насчет баланс ойла, у меня тело, я очень так чувствительно смотрю на многие параметры, у меня изменения шли 3 года. 3 года у меня тело менялось. И я на спортивных результатах это чувствовал, на суставах все лучше и лучше и лучше и лучше становилось. Так что это очень длинный процесс восстановления тела. Так значит, если человек хочет попробовать Balance Oil, я говорю, да, ну когда ты уже будешь употреблять 3 года, такую дозу, какую надо, ты можешь уже сказать, ты попробовал. Потому что некоторые люди думают, что они одну бутылочку вот, попробуют, да, или по там, десертной ложечке каждый день попробуют. Это имитация, что вы что-то делаете. Не делайте этого. Если уже делать, так делать нормально, значит, надо делать тест, и тогда употреблять большую дозу, потому что вы должны набрать в свои клетки достаточное количество омега-3 и в свое тело достаточное количество полифенолов. И для того нужна большая доза. Вот вы берете большую дозу, и через 4-5 месяцев у некоторых уже будет хороший тест. Когда вот тест будет хороший, вы можете сказать, что вы попробовали не 100% еще, потому что ваше тело еще будет изменяться дальше, в лучшую сторону, после того, как у вас уже тест хороший. Вот. А если насчет экстенда, мне ушло 2 года, чтобы понять, что экстенд мне дает. Так что вот такая большая... А насчет серума тоже, если серум вы наносите на кожу, тогда уже нужно наносить каждый день 3 месяца хотя бы. 3 месяца — это самый короткий срок, и лучше всего, если вы делаете очень большую резолюцию фотку, или даже есть аппаратура такая, где компьютер сканирует ваше лицо и запоминает любую морщинку и все, что на вашем лице, и потом через 3 месяца вы можете опять сделать этот скан. Это можно получить в больницах, можно найти вот эту аппаратуру. И тогда у вас будет объективно показано, как много изменений у вас в коже произошло. И мы это делали. Это очень-очень интересно. Там процентами даже показывает все. И очень интересно. Угу. Хорошо, спасибо. А тут еще вопрос. Можно мне задать вопрос? Пожалуйста. Да, можно. Я как раз вот насчет кожи говорим мы сейчас. У меня, я вот буквально сейчас шел семинар, я разговаривала с одной клиенткой. У нее дочки 18 лет. А с октября мы употребляем Balance Oil. Прощение, Balance Oil или Balance Oil Aqua X? Нет, вот именно что Balance Oil. Balance Oil. А второй тест делали? А пока не делали второй тест, но она... Все, вопрос закрыт, потому что если второй тест не сделан, может быть, она не усваивает. Вы этого не узнаете. Я понимаю, а вот как клиентку убедить? Девочка уже разочарована, она уже 8 лет лечится, и вот она вот сейчас просто звонила, сказала, все, она останавливается. Да, я вам скажу, это самая главная причина, по которой я не продаю Balance Oil вообще. Я продаю только Balance Oil Aqua X.
потому что у меня это случилось опять и опять и опять, то, что вы говорите. И мы потеряли, то, что мы потеряли клиентов, это не самое страшное, потому что еще 8-9 миллиардов людей есть, и мы клиентов наберем. Но то, что мы потеряли вот ее, как сказать, она просто потеряла... веру, надежду. Ну, не веру, но... доверие. Возможность, да, ну, возможность возвратиться к норме. И это случилось только потому, что мы вот пожалели, что Aqua X дороже стоит, или мы пожалели, что может что-то мы там подумали такого, почему мы продали Balance Oil. Я этого уже не делаю много лет. И я это уже говорил много-много раз. На каждый раз, когда я говорю про Balance Oil, я говорю, пожалуйста, не продавайте Balance Oil. Пожалуйста, продавайте Aqua X. Потому что, по моим данным, от 15 до 20% людей усваивают омега-3 хуже, чем другие. Значит, каждый пятый человек может прийти к вам с плохим вторым тестом. И вы потеряете этого человека, потеряете его веру. Может быть, случится чудо, и кто-нибудь продаст ему Aqua X через год или когда-нибудь. Но если так не случится, вот у человека беда тогда, потому что это не только на кожу влияет, так как вы уже слышали, это влияет на все тело. И это самая главная составная. Так что я не хочу с этим шутить больше, не хочу рисковать. Я продаю всегда только Aqua X. Точка. И это значит кеш. И это значит Ascent тоже? В Ascent нету, нету Aqua Cell. Может быть, когда-нибудь там будет. И я нажимаю на это, чтобы это было там. Потому что, да, усваивание... нет, но я насчет Эссента еще не могу уверенно сказать, потому что мы не истестировали настолько, чтобы я знал, какой процент населения в Соединенных Штатах, в Европе и так далее. Тут нужны годы на это. Вот, но Balance Oil и Aqua X мы уже протестировали настолько, что я знаю, что Aqua X самое лучшее средство. На втором месте, если человек, ну, никак невозможно с ним договориться про Aqua X, это особенно в Соединенных Штатах, почти все, которые употребляли Aqua X, бросили. Почему? Неудобно. Вот просто неудобно выпить, вкус какой-то не такой и так далее. Вот потому мы продаем Ascent. У меня, моя сестра только Ascent потребляет. Не может Aqua X и все. Что тогда делать? У людей, у которых проблемы с кожей, мы всегда сразу же предлагаем употреблять вот или баланс Aqua X, или масло баланс всегда с клетчаткой. Потому что если есть акне или есть уже какие-то большие проблемы с кожей, то уже понятно, что это все у нас идет изнутри. И проблема где-то сидит больше, глубже, и пока мы не снимем вот этот вот процесс этот в кишечнике, мы не можем... Но сделайте вот что. Это мы все в процессе, да? Мы все в процессе самообучения и в процессе учения. Мы все учимся этой профессии. Так что... пусть не проходит вот беда с этой клиенткой без выводов. Вы сделаете вывод, все, вот, которые участвуете здесь, и продавайте Aqua X от сегодняшнего дня всем, которые начинают. Если человек уже дошел до хорошего теста, тогда я только разрешаю купить одну бутылочку Balance Oil,
они покупают одну бутылочку и переходят на Balance Oil. И тогда чаще всего те, которые плохо усваивают, они чувствуют, что их состояние начало ухудшаться. Даже одной бутылочки хватит, чтобы это прочувствовать. Вот таким способом мы переходим на Balance Oil, если есть такая нужда. Если человек даже не хочет, потому что ему удобнее, что это растворяется в воде и так далее. Некоторые даже не хотят пробовать, и я тогда даже не нажимаю на это. Так что сделаем вывод из этого, и с сегодняшнего дня будем терять меньше людей. Скажи, пожалуйста, здесь есть вопрос, можно ли вот AquaX, которая думана для того, чтобы растворять или в соке, или в воде, просто пить как масло, не растворяя? В желудке, наверное, есть там жидкости, но если не растворяете, ну, так потом выпейте чашку, эту, стакан воды или, сока, или чего-то. Да, просто если вам так нравится, лучше, ну, перемешивайте в желудке. Спасибо. Еще один вопрос. Расскажи, пожалуйста, про действие бета-глюканов 1.3.1.6 Protect в нашем теле. Как это происходит? Да. Профилактическая доза этого вещества есть в Extend'е, в 4 капсулах Extend'а. Профилактическая доза бета-глюканов есть. Но если вы хотите добавить охраны, да, охранять себя еще лучше, это вещество, которое поднимает... улучшает функцию клеток, которые и ответственны за неспецифичную, так говорится, иммунную систему. Что это такое неспецифичное? Когда микроб попадает в ваше тело, это неспецифическая система, ответственна за уничтожение микробов. То же самое, вот если вирус, некоторых вирусов уничтожает специфическая иммунная система, это иммуноглобулины и так далее, но некоторых тоже неспецифическая играет очень большую роль. Значит, очень большая часть иммунной системы зависит от неспецифической системы, и вот эта система улучшается даже до 3 раз с бета-глюканами. Это в клинических студиях тесты показали. Вот это double-blind студии по всем правилам сделаны. Они показали, что бета-глюканы очень-очень эффективны. И особенно в инфекциях дыхательных путей. Так что в эти времена это очень важная составная. Ну, а если уже есть проблемы, не профилактика нужна, а есть проблемы, в том случае протекта вот этого надо употреблять много. До 10 капсул в день можно. По одной капсуле каждые 2 часа, или по одной каждые 4 часа, или по одной каждые 6. Значит, вот когда повышаем дозу, мы просто чаще берем по капсулу, вот так. И тогда эффект еще больше действует на иммунную систему. Самое главное понять, что гиперактивности иммунной системы вы не создадите с бета-глюканами. Как раз наоборот, если она уже гиперактивная и делает то, что не надо делать, этой системе иммунной, бета-глюканы норма регулирует, тоже может возвратить к норме. Так что нету. И еще второе, что важно понять про бета-глюканы, они не стимулируют, они не, как сказать, по-английски. не перетомляют иммунную систему. Это не такой стимулянт, который может перетомить, да? Знаете, если со всеми стимулянтами проблема такая. Стимулировать можно,
Но потом переутомление приходит, и тогда бывает спад. Вот этого с бета-глюканами нет вообще. Почему? Потому что бета-глюканы действуют на клетки, которые все равно умирают. Это иммунные клетки, они умирают через несколько дней, и вот тогда и действие бета-глюканов заканчивается. Значит, новые иммунные клетки рождаются, и этих новых тоже надо активировать. Вот бета-глюканы активируют этих клеток, и они все равно умирают без активации или с активацией. Значит, бета-глюканы не стимулируют все другие системы изготовления этих клеток и так далее. Значит, переутомление не грозит. Можно употреблять большими количествами на всю жизнь. Нет проблем. Так и было вообще-то. Это натуральное вещество. Бета-глюканы мы съедали тысячи лет назад, сотни лет назад. Очень-очень много бета-глюканов каждый день. Но у нас еще есть время на один вопрос. Еще, еще парочка вопросов. Один вопрос, который тут у нас есть. Сколько нужно протектов для лечения аллергии у ребенка? Так, во-первых, протект, бета-глюканы, юридически это продукт, который называется добавка. С добавкой, с продуктами, которые в группе добавок, нельзя лечить ничего, потому что это не лекарство. Мы ничего не лечим, мы никогда ничего не лечим. Что мы делаем? Лечение – это терапевтическая медицина. Лечение – это лекарство, это операции и так далее. Вот если кому-нибудь нужно лечение, тогда надо идти к доктору и получить лечение. Если вы хотите возвратиться к норме, возвращать свой организм в норму, это уже не терапевтическая медицина, это уже профилактическая медицина. Значит, но в ней лечение не происходит. Мы просто возвращаем человека в норму. Значит, если у ребенка аллергия, это уже не норма. Это повышенное воспаление. И это очень уже видно, да, на этом человеке. Значит, его нужно возвратить в норму. И как же мы это делаем? Первое – это Balance Oil Aqua X. Второе, вот это уже будет протект. И клетчатка тоже, да, и зенобиотик, и протект. И протекта можно давать, если взрослому до 10 капсул, вот вы и подсчитайте по весу этого ребенка, сколько ему можно. Значит, на 80 килограмм можно 10 капсул. Если больше человек съест, ничего плохого не произойдет, просто это уже не подействует лучше. Значит, это уже максимум эффект. Да? Вот ребенку тогда, если 20 килограмм, ну, значит, 2,5 капсул – это максимум уже. Больше не сделает больше эффекта. А если не такую большую дозу давать, ну, одну капсулу можно ее открыть, там эти бета-глюканы не портятся в желудке, и разделить на части, съесть по частям на протяжении всего дня. Еще, Кеш, один вопрос. Не знаешь ли ты, в составе экстенда есть какие-то составные части от пчелиных продуктов? В случае, если человек чрезвычайно аллергичен к продуктам происхождения из пчел. Вот что бы я порекомендовал всем. Если у вас вот такой специфический очень вопрос, тогда всегда звоните в суппорт и просите помощи.
У меня есть много клиентов, которые аллергичны к пчелам. Они употребляют Xtend, и все хорошо. Но я не хотел бы ответить на этот вопрос на 100%. Я думаю, что это надо выяснить. У меня не было ни одного случая, но это не значит, что какой-то ингредиент не может, когда-нибудь что-то не может случиться. Так что это нужно уточнить. Еще один вопрос. Какие рекомендации в случае миомы, как мы можем использовать продукты из энзима, чтобы улучшить или помогать человеку с миомой? Опять хочу повторить то же самое, что мы не лечим ни одной из болезней. Мы можем только помочь этому человеку, всем нормальным клеткам, свою работу делать лучше. Так что и иммунной системе, и еще очень интересная и важная деталь была такой, ну, мы сами придумали такой риск, что у людей, у которых онкология, если мы будем давать вот эти добавки, мы можем как-нибудь там стимулировать вот эти опухоли. Но это не подтвердилось. Я пока что не знаю ни одного такого факта. Всегда, когда был использован Balance Oil и Xenobiotic, это уже на 100% мы можем улучшить функцию нормальных клеток тела. И, ну, вообще-то нужны клинические студии, чтобы сказать, что на 100% мы точно помогли, да? Но то, что мы помогаем нормальным клеткам, это факт. Xtend тоже не все решались, потому что там есть B-витамины, но те, которые решались на Xtend и на Protect, все, которые это сделали, они были счастливы, что они это сделали. Так что, но это совместная уже нужна работа терапевтической медицины и профилактической. Значит, надо то и то делать. Еще один вопрос, который действительно очень важный, потому что здесь вопрос насчет, если человеку запрещено принимать йод, врачи запрещают принимать йод, и можно ли употреблять Xtend? И вот это вот очень много часто вопросов у людей, у кого проблемы с щитовидной железой. Часто это бывает. Я отвечу наоборот иначе. Опять, мы не лечим, когда с щитовидной железой, но мы нормарегулируем нормальные клетки. И у меня очень много случаев, когда вот люди употребляли Xtend и Balance Oil, и нормальные клетки щитовидной железы начали изготавливать тироксин, и даже надо было снимать лекарства. И вот так что это комплексный вопрос, потому что там много процессов. Один из процессов, что нормальные клетки в проблеме, потому что большая воспалительность, и они уже не изготавливают достаточно тироксина. Вот если мы возвращаем эти клетки к норме и понижаем воспалительность, иногда этого хватает, чтобы улучшилось состояние. Так что опять рекомендация Balance Oil AquaX плюс клетчатка. Если человек пока что боится Xtend, может пропустить Xtend, но если он решается на Xtend, я рекомендую употреблять. Ну, тогда получается, что этому человеку тоже не рекомендуются или даже запрещаются продукты, которые содержат йод. Например, если клубника растет в огороде на земле по старинке,
там она тоже содержит много йода, в яйцах есть йод, еще во многих продуктах. Тогда, получается, он тоже не может кушать эти продукты, это, наверное? Это сложный вопрос, и его надо комплексно делать. Значит, начинать с балансойла и клетчатки, и зенобиотика, это на 100% все хорошо, а потом добавлять экстенд и смотреть, что и как, и потом совместно с врачами это делать, потому что они делают кровяные тесты, они измеряют тироксин, они могут эхоскопию сделать щитовидной железы, и они могут и поменять курс лечения. И у меня, вот у моих клиентов это и случилось. Они почти у всех доктора поменяли курс лечения на мягче курс или даже сняли вообще лекарства. Значит, улучшение произошло из-за того, что норма регуляции тела привела к норме человека. Отлично, спасибо, Кеш. Спасибо. Я еще позволю себе задать тебе самый последний вопрос. О, ну хорошо. И совсем тут мы уже пошли медицина, 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 а я хочу другого рода вопрос задать. Можешь ли поделиться самым вот таким самым приятным случаем, когда ты видел самые существенные и для тебя важные изменения в связи с продуктом и концепцией Зензина, который тебе больше всего греет душу? У меня уже есть история. Когда я начал работать с балансойлом, я не был уверен в том, что я делаю. Это помогло мне. Balance Oil помог мне. Мне очень-очень улучшило здоровье. И когда я вот рекомендовал Balance Oil, я говорил своим друзьям и своим знакомым, я им говорил так, что такие ученые из Норвегии верят, что это очень поможет человечеству. Но я попробовал, мне помогло. Я не знаю, поможет тебе или нет, но можешь пробовать, можешь не пробовать. И знаете что? Вот тогда, когда я так рекомендовал, почти все брали. Чем больше знаний я набрал, тем худше становилось. Потому что люди, чем больше знают, тем больше они сомневаются. Иногда лучше почти ничего не знать, и тогда сомнений меньше. Вот такая история. И так как я сам сомневался, один раз что-то мне там не очень-то везло какой-то день, и я пришел в зал, где было 100 людей, которые партнеры. И они работали в этой сфере со мной. Они тоже говорили, что какие-то норвежцы ученые вот верят, что это поможет. И у них было у кого-то 10 клиентов, у кого-то 20 клиентов, у кого-то несколько. Вот. Значит, в общей сложности у меня были, как сказать, ну, со всеми клиентами, если подсчитать, ну, скажем так, не 100, а 300, может быть, в общей сложности людей, которые употребляли, а 100 людей, которые вот были те партнеры, через которых это происходило. Вот. И так как я был не очень-то в хорошем настроении, я сказал: слушайте, ребята, может, давай не будем продавать этот Balance Oil? Все: как? Нам же это помогает. И я тогда взял флипчарт, вот этот это такой большой блокнот, да, который на сцене, и я сказал: ну и кому же тут, что тут помогает? И кто-то там поднял руку: мне. Говорю: что, говори. У меня кожа улучшилась. И я начал писать, что улучшилось и сколько процентов зала подняли руку.
И у меня произошел натуральный шок. Я написал там 20 или 30 пунктов, я уже не помню, у меня есть фотка. И проценты были 100%, 90%, 80%, 70% и так далее. И там много чего. И вот я такой человек масштаба, наверное, и так как ты, Ивар, спросил, что для меня самое большое удовольствие, вот это у меня был самый большой шок и самое большое удовольствие в одном. Потому что после этого учения, которое я только спрашивал и записывал, ничего не рассказывал, не учил, а только спрашивал и записывал. Не убеждал, да. Я сам наконец-то убедился. После вот этих учений я уже начал иначе говорить про это. Потому что я просто... Потом я еще сделал это в другом конце Атлантического океана, потому что это произошло в Европе, а потом я это сделал в Америке. Я уже сыграл эту ситуацию, но получил почти тот же список. И потом перепробовал вот это в других странах и везде получал почти тот же список. И это просто, ну, просто не знаю, ну, как сказать, какой я должен был бы быть человеком, чтобы после этого не верить? Как вы думаете? Наверное, это слово уже прозвучало у вас в голове. Я не хочу озвучивать, но ну, после столько фактов это уже невозможно сопротивляться и как-то думать, что это не работает. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Очень большое. Спасибо, Кеш. Мы сейчас, наверное, Иварс, как-то вынимем этот запись, да? И эту первую. Да. Ты мне поможешь? Я тебе перешлю.